16 февраля во франкоговорящих странах отмечается праздник Мерди Гра, жирный вторник, канун пепельной среды, знаменующий начало Великого Поста, как принято практически во всем христианском мире, перед длительным воздержанием от еды принято в течение недели, мягко говоря, наесться, сопровождая этот процесс чем-нибудь веселеньким. Во многих странах в праздничное меню жирного вторника входят блины. С 16 февраля 1950 года даже возникла традиция устраивать эстафету для женщин со сковородками в руках, которые должны преодолеть полосу препятствий, на ходу подбрасывая блинчик. Население нашего региона, в большинстве своем православное, в основном не слишком-то жалует католические праздники, но почему бы не устроить 16 февраля репетицию нашей Масленицы и не напечь блинов? Погода обещает быть хорошей, можно будет даже пробежаться со сковородкой до ближайших друзей. Днем переменная облачность, температура воздуха минус 6 градусов, ветер северный 4-6 метров в секунду. Ночью облачно, температура воздуха минус 7 градусов, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду.